Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видеоуроке я хочу показать вам, как можно очень быстро, легко и просто сделать так называемый ванильный эффект в вашей фотографии. Вот фотография, которую мы с вами сегодня сделаем. Сейчас я покажу вам оригинал. Вот смотрите, эта фотография намного ярче. И, на мой взгляд, здесь большую часть внимания занимает именно вот это пятно, которое находится на заднем плане, отражение в реке. А я хочу, чтобы девушка с парнем выходили как бы на передний план и брали на себя основной акцент нашей фотографии. Вот посмотрите то, что у меня получилось. То есть девушка с парнем здесь смотрится гораздо ярче. Ну вот давайте попробуем сделать такой эффект. Снова я открываю оригинал нашей фотографии. Это делается очень легко. Мы добавляем новый слой, нажимаем левой кнопкой мыши на «Создать новый слой». Выбираем на фотографии тот цвет, который у нас больше всего и который мы хотели бы приглушить. Я беру пипетку и выбираю, ну вот, к примеру, вот этот цвет, почти черный. Потом выбираю инструмент заливка и нажимаю на новый слой. Вот мы залили этим слоем наше фото. Теперь переходим к панели слои и выбираем вот здесь вот режим наложения исключения. Посмотрите, какое сразу стало мягкое освещение. Если я выключу верхний слой, видите, вот довольно насыщенные цвета у нас получились. А если включить, то довольно мягкое освещение получилось. Но при таком раскладе у нас и девушка с парнем тоже стали мягко освещенными. А я хочу их все-таки немножечко выделить, чтобы они смотрелись более ярко. Для этого добавляем слой маску, нажимаем левой кнопкой на вот эту кнопку. У нас появилась маска. Здесь обязательно должен стоять черный цвет. Если у вас стоит белый, то вы можете смело вот здесь поменять на черный. Теперь выбираем кисточку. Можно посмотреть непрозрачность. Ну вот у меня здесь 80, и нажим я тоже поставлю 80. Можно немножечко увеличить, чтобы удобнее было это делать. И немножко вот так вот начинаем прорисовывать лица. В первую очередь, видите, как сразу у нас они появляются более яркими. И чтобы не было очень резкого перехода, я, наверное, сделаю чуть поменьше непрозрачность и нажим. И еще раз пройдусь здесь и немножечко дальше. Вот так. Чтобы у нас не было резкого перехода. Можно еще чуть меньше сделать. И кисточку взять побольше. Обязательно кисть должна быть с мягкими краями. И вот еще раз вот так вот. Мы проработаем все это. Теперь можно уменьшить и посмотреть. Видите, что у нас теперь получилось? Если я отключу верхний слой, то мы видим, что наша фотография очень насыщенная, очень резкая. А если я включаю этот слой, то у нас появляется такой мягкий ванильный эффект. При помощи этого эффекта вы можете
немножечко преобразить свои фотографии и расставить акценты в тех местах, которые вам больше всего нужны. Этот урок очень легкий, даже новички справятся с ним. На этом наш видеоурок окончен. Всего вам доброго, до новых встреч!